Засранец дает больше. Вы смотрите второй дубль мультиплеерной бета-версии игры Medal of Honor Warfighter. И я решил, что надо начать какое-нибудь мясо, и я не успел взять класс, поэтому я не знаю, с кем я начал классом. А, ну, играть за того же самого. Как его, хрен его знает, как его зовут. Бежим за своим бадди. Я попробую взять в этом дубле другие классы. И, соответственно, попробую... покажу вам кое-что, что я нашел. Но я решил начинать не с того, что я нашел, да? А с того, что я узнал тут. И решил начать с мяса. Во-первых, можно увидеть то, что очки даются за... Очки, чтобы получить какой-то перк, даются... А где цель-то? Конечно, в жопе в какой-то. Очки даются за всяческие действия, типа помощи и прочего, не только за убийство. И полоска с этими действиями заполняется в левом верхнем углу экрана. Конечно же, он меня увидел, а я его нет. Окей. Не знаю, куда убежал мой напарник, он идиот. Хотя нет, он жив, это я идиот. Так вот, заполняется за всяческие действия. Ну вот он не видит, видимо, да? Все-таки люди не учатся на ошибках, они не прятаются, когда бадди хочет зареспауниться. Так вот, в левом верхнем углу находится полоска, которая при заполнении дает определенный скилл. Естественно, пока ты не сдохнешь, она будет все заполняться и заполняться, и будет давать тебе различные, все более лучшие перки и прочее. Гранату лови. А вот сигнал скан, вот видите, он показывает не на радаре врагов, а вот именно... А именно показывает тебе их на экране, вот надо различать появление их на экране от того, что, собственно говоря, другого происходит на экране. Воу-воу-воу! Я не понимаю, что происходит? Там враг. Я бы задел. Не успел перезарядиться. У него осталось всего 33 хела. Вот срань господня, а. О, мне открылся новый класс. Это хорошо. Русский. И тут постепенно открываются все классы. То есть для твоей нации. То есть и потихонечку к определенному уровню максимальному они откроются все. Будем сидеть тут в баде. Я забыл поменять класс. Я встал, я хотел лечь, но я встал. Мой бадди меня не прикрывает, да? Нихера, они какие живучие. Блин, я снова не успел класс сменить. А, вот теперь у меня есть смок скрин и радар джеммер. Да господи, что за херня? Я его даже не увидел. 26 уровень. Ну, нормально. Я играю, кстати, в один из последних дней. Отлично, моего бади только что убило, классно. Я играю в один из последних дней беты. Никаких патчей не было выпущено, так что будем подразумевать, что... бета это почти что практически... максим... финальный билд мультиплеера. Нет, все-таки он пометился. Кстати, враг. Бадди пошел. Видели, вон там были обличия врагов. Патрончиков нет. Радар джаммер пошел. Они ни хрена не видят сейчас на радаре, так что все окей. А что нам нужно делать? Я не вижу. А, блин. Защищать. Я прикрываю сзади, давай, иди, чувак. Все, мы взяли точку. Как-то быстро. Я даже не участвую в этом всем, я нуб. Так что не страшно. Со мной играют всяческие крутые чуваки. Я подождал, пока бадди зареспаунится. Бадди, бадди, бадди. Бадди, бадди. Бадди, бадди, ты. Вон там чувак. Я пошел отсюда. С
спасибо за патроны, чувак. Так, нам нужно идти туда. По-моему, там враг был. Нет, нету. Мне осталось немножко набрать для очередного перка. Так, главное не ломиться. Здесь могут поджидать всякие скоты. Идем тихонечко с Бадди. Проверяем все углы. Так, я пойду прикрывать, пожалуй. Хотя нет, от Бадди лучше не отходить. Где-то он тут. Козел! Ты чё подумал меня убить? Это было круто. Нет! Нет! Как он меня через стену убил, сволочь! 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 45 уровень? Пипец. Я просто не понимаю таких людей. Как можно играть столько на одной карте? Опс. Это был фейл. Мы выиграли. Я не знаю, зачем, какое действие у этого радар-джеммера, но... Я сделал все, что мог. Убить. Ну ладно, я его не увидел. Согласен. Здесь он меня поимел. У него, правда, 31 хейл остался, так что я в него попал. Бадди спаун. Ну давайте этот матч закончим за этот класс, да? What the fuck? Отлично ты встал, мудаёшкин крот! Кусок говнища. Так, давайте возьмем все-таки... Нет, давайте возьмем снайпера. Я знаю, что я нуб, поэтому будем играть за снайпера. Все нубы играют за снайпера. Все нубы, шкеры и прочие человеки. Так, вот и что мне с ним делать? Так, у него похоже скилл, который помечает врага, да? Где тут лестница наверх, сраная? Вот она. Твою мать! Тут враг где-то. И мы должны его поиметь. Ну или просто защищать точку. Воу, воу. Воу, я кореец. Стойте, у меня автоматически, что ли? Вау, да. Так что не страшно. Ты хотел меня поиметь? Я поимел тебя. Убит. Ага, суппорт и шутинг — это лечь сразу на пол, что ли? По-быстрому. Вот козел, а. Сидят и кемперят. Им надо... А, нам надо атаковать, а мы сидим и защищаем, ладно. А можно сейчас попробовать оббежать? Так, фоллбэк лучше. Я не буду на этом дебиле респауниться. Так, молодец. Пойду-ка я обойду их со стороны. Вынесу им парочку мозгов. У нас 43 секунды, эти мудаки ничего не делают. Ну вот и как так? Сколько ему хп снес? 20 хп у него осталось. Отлично. Сколько у меня хоть там kill DS ratio? 7-9? Нуп, 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 я. Ставить бомбу, идиоты! Мясом задавите и все. А теперь защищаем! У него разве не граната? Я вроде бы что-то кинул. Бадди спаун. Где ты, Бадди, ходишь? Тебе защищать надо, мудак сраный! Тупой дебил!
Что? Окей. О, да. Надо взять другой класс. Ну, хотя со снайпера-то еще поиграем, но... Господи, какой у меня мудак был в баде. Я зашел позже его и смог сделать лут больше, чем он. Как мне везет с такими напарниками? Просто охренеть, как везет. Охренеть. White Fighter Nations. Мне все-таки дали нацию. А, ну да, я просто зашел в этот... На сайт Battle.log себе выбрал нацию, то, что я типа русский. И... Там можно всяческие жетоны давать, и тогда у тебя будет, по-моему, повышаться количество XP, которые ты получаешь, что-то типа того. В общем, они сделали это так, как-то, в общем, странно сделали. Но мы это все посмотрим в полной версии. А сейчас я хочу вам кое-что показать, и для этого мне нужно выйти из игры. Итак, все данные о различных классах находятся в меню Stats and Leaderboards. И там еще нужно зайти в меню Service Record. Именно здесь написаны все возможности всех классов. Например, у пулеметчика, у него он ставит себе ставит пулемет на два, как это называется, на бипод. Я не помню, как это по-русски называется. И, соответственно, становится мини-турелью, да? Вот у того класса, который мы сейчас играли, Spec Ops, который называется, или как там называется, вот этот Signal Scan, он как раз-таки показывает всех не на радаре, а именно на экране. Если ты их увидишь, ты можешь их пометить. У снайпера тоже есть бипод и прочее. Ну, то есть, все вот здесь вот написано, и много-много текстов есть, много-много-много, вот дофига вообще, дофига, кто это будет читать? В это же будут играть дети, зачем они это сделали, зачем? О, господи! О, господи!